Эй, друзья, всем привет! Вы на просторах канала S-Game Street, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Command & Conquer 3 Kings of Wrath, Ярость Кейна. Это следующий уровень, вся королевская конница. Давайте, погнали! Легион, Кейн отбыл в главный храм. Ситуация в африканской красной зоне изменилась. Минуту назад на связь вышел один из наших полевых командиров. Мы на хвосте у очистительной команды ГСБ, сестра. Следуем туда же, где... Что за... Назад! Разведка докладывает о новом сверхмощном оружии ГСБ, созданном на шасси танка «Мамонт». Этот танк используется для очистки местности от Тиберия. Нужно уничтожить прототип, иначе мы потеряем базу в Африке. Кейн сказал, я могу доверять тебе. Я и сама хотела бы в это верить, но у меня есть сомнения. Неважно. Жду приказов. Угу. Значит, у них какое-то новое оружие большое. Вся королевская конница. Горестные известия получили мы из африканской красной зоны. Чистильщики – элитное подразделение ГСБ, специализирующееся на антитибериевых операциях, усилило натиск по этому направлению. Более того, именно здесь они впервые применили свое новейшее оружие – сверхтяжелые транспортные танки «Мамонт», они же СТТМ. Эти чудовищные машины уничтожили уже несколько наших патрулей, а мы так и не можем дать им достойный отпор. Ваша цель – найти базу частичек, на которой производится сборка танка СТТМ, и позаимствовать конструктивную схему больших мамонтов. Давайте повзаимствуем, да? Посмотрим, на что способны эти дамочки. Вся королевская конница. Поступил сообщение. Разведка определила место расположения танкового завода ГСБ. Захватите его и постройки. С удовольствием. Давайте посмотрим сначала на наши ресурсы. Значит, два обогатителя здесь есть и один здесь. Давайте поставим сюда еще один. А сюда поставим третий. Так, приостановлено. Неправильно опять отмена. Начали. Сделаем кран. Так. Сделаем мясорубку. Вот наш охват базы. Нормально, думаю. Строительство завершено. Подготовка. Делаем бомперов. Строительство завершено. Начнем ставить эти пушки. Обнаружен противник. Строительство. Зарубки. И... У нас нет научного центра. А, вот он. Улучшим строительство здесь. Завершено. Все, на научном центре. Подготовка. Сделаем ракетчиков и черных... Подготовка. Блин. Приостановлено. Что ракета, было? Что надо? Так, делаем черных братьев. Ракета, что надо? Закрепляем противопехотную оборону везде. Ракета, что надо? Короче, просто занимаемся обороной. Строительство. Потом уже начнем. Ракета, что надо? Диверсию. Приборы в норме. Так, поставлю ракета, сюда. Что завершено. Так, обогатитель. Ракета, что надо? У нас нету тайного храма. Давайте сделаем ракета, его. Ракета, что надо? Улучшим экспериментальный цех. Ракета, что надо? У нас оружие к бою. Три мародера, кстати, у них ракета, что стоят улучшения от призраков. Всего ракета, прочего. Что надо? Строительство завершено. Это хорошо. Ракета, что надо? Кстати, мародер, когда улучшен, он похож на эти новые этого... постройки. Ракета, что надо? Очистителя. Строительство завершено. Братьев. Ракета, что надо? Выполнено. Приборы в норме. Но в отличие разве от очистителя, мародер намного мощнее. Строительство завершено. Да. Мы прибыли. Строительство. Строительство. Укрепляемся, ребята. Строительство завершено. Усовершенствование. Ух ты, вот он. Строительство. Поступило сообщение. Для создания оружия, способного противостоять танку СТТМ, мы должны изучить устройство последнего. Угу. Уничтожьте один такой танк. Достаточно средств. Жду приказа. Давайте уничтожим его.
Вот это еще идет на нас. Объект атакует. Объект потерян. Что там в разведданных? Происхождение этих чистильщиков. Это, кстати, второе подразделение ГСБ. В принципе, мы уже знаем, чем они занимаются. Они в основном антитиберевые операции ведут. Данные обновлены. Все под контролем. Давайте их уничтожать. Повышение. Отлично. Задание в раю. Так. Ты иди на да. ремонт. Данные обновлены. Что там опять в разведданных? Сверхтяжелый транспортный танк «Мамонт». Ага, вот. Изучили его. Вот его описание. Кому интересно, могут почитать. Я же знаю, в принципе, чем они там занимаются. Жду приказа. Вы, ребята, идите на аэродром. Ждите беды. Мы прибыли. Продолжаем заниматься обороной. Строительство завершено. Обнаружен противник. Строительство. Ракета готова. Мы прибыли. Тише.�объект атакуют. Ракетчик пойдет на базу, напали. Строительство завершено. Строительство. Я несу смерть. Так, этих пошлем сюда. Идет ремонт. Идет ремонт. Не, нормально пока что. Оружие к бою. Все очень даже нормально. Так, не понял, парни, вы что опять здесь? Смерч это серьезно. Идите на базу. Строительство завершено. Поставим энергостанции. Обнаружен противник. Усовершенствование. Как-то вот так. Развертывание невозможно. Не будем портить концепцию нашей базы. Обогатитель, я про него вообще забыл. В принципе, все, нечего нам. Что другой строить? Усовершенствование выполнено. Нас тоже улучшили. Осталось одно улучшение. В нашем центре все улучшено. Недостаточно средств. Нам последний мусорок, потом сделаем ЗРК. На базу напали. Смотри, Вова! Объект отходим сюда. Повышение. Строительство завершено. Мы избранные. Очистить район. Обнаружен противник. Мы прибыли. Строю. А сейчас нам нужна курс ударная группа. Давайте сделаем подготовка. Танков скорпионов. Мы прибыли. Танков призраков. Огнеметных танков, рейдеров. А здесь сразу сделаем. Скорпион на связи! Танков призрак. Все. Строительство. Делаем ЗРК. Скорпион на связи! Кстати, здесь рабочий комбинат есть. Так сделаем инженера. Объект атакуют. Посмотрим, что это. Строительство завершено. Есть еще. Повышение. Обнаружен противник. Пока что нигде. Надо еще разведать эту базу. Ближе к делу. Это легко. Захватим. Призрак готов к бою. Повелевай. Парней тоже отправим. Сюда. К комбинату. Скорпион на связи. Подготовка. Делаем москитов еще. Усовершенствование выполнено. Поставим на базу напали. Недостаточно средств. Повышение. Все, оборона у нас очень даже отличная. Помогите! Они познают страх. Обнаружен противник. Мы избранные. Объект атакуют. Объект потерян. Да ёперный, ну блин, та... Вот когда так... Маскировка включена! Бывает, я нервничаю, да? Нападай. Перебил всех, блин. Вот, ладно. Сделаем еще одну партию. На связи. Легко! Убью! Устроим засаду. Отлично. Нужна помощь. Захватим повторно. Атакуют. Мы прибыли. Жду приказа. Так, вы и... Они познают вы. Страх. Пойдем сюда. Повелевай. Чё там? На позиции! Как ударная группа готовится у нас. Куда идем? Скорпион! Мы
поисканные. Мы прибыли. Одно дело, поисканные. По всему периметру расположим. Кстати, походу у нас не вся карта открыта. Постройка захвачена. Это уровень. Нас не заметили. Не помню. На связи. Просто исчез. Призрак. Все. Мы прибыли. Оборона обнаружена, обеспечена. Объект атакуют. Повелевай. Мы прибыли. Все, пошли на. Не дремать. Первое ждем наступление. Здесь. Я езжу тихо. Посмотрим, что нас, ждет. Вот они пошли с техникой отсюда. Устроим засаду. Если мы здесь прибыли. Много техники, то значит где-то здесь призрак у них готов к бою. Военный завод, собственно, персоной будет. Хорошее место. Объект атакуют. Соберемся здесь. Мы прибыли. Обнаружен и погнали. Обнаружен еще один добывающий комбинат. Ждем здесь. Устроим засаду. Аванпост. Бой! Уничтожим его. Объект потерян. Немедли! Уничтожим эти аванпост, их нет. Одно дело, одна цель. За ними! Давайте быстрее! Час пробил! Просто исчез. Объект атакует. Из всех стволов. Повелевай. Мы призваны. Здесь тоже аванпост. Спеть врагам Кейна. Давайте быстрее. Оборона не самая лучшая здесь. Они все умрут. Ждем здесь. Казарма. Скорпион на связи. Без пощады. Сейчас пробил. Уничтожаем, ребята. Что это такое? Боевой комбайн. На нем эти ракеты. Господи. Скорпион на связи. Единственное, что мне нравится у ГСБшников, это их не штурмовики, мы и их не комбаймы. Нас не заметили. Готов к бою. До подарка. Недостаточно средств. Все, бомбим военный завод. Обнаружим противника. Ждем повелений. Сделаем посланника. Смерть слабым. Немедли. Маскировка включена. Объект атакуют. Из всех стволов. Ну что же, сборочный цех их не. Повелевай. Что там с ударной группой? К бою готов. Так, пошлем всех, кроме бомперов. Вас понял. На охоту! Они все умрут! Они познают. Нам нужны новые земли. Призрак готов к бою. Мы возьмем противника. Посланника тоже пошлем сюда. Мы продолжаем расти. Развернем здесь базу. Час пробил! Не отворачивайся! Скорпион на связи! Не теряй их! Да, глупо было послать сюда москитов. Легко! У них ПВО какие-то крутые слишком. Не дремать! Ну! Мы выполним миссию. Прочь с дороги! Добиваем, ребята, добиваем. С их непостройки. Маскировка включена. Хорошее место. Пока не спят. Устроим засаду. Объект атакует. Готовимся. Повышение. Они все умрут. Из всех стволов. Вертолет еще. Пока не спят. Сдохни. Ну. Убью. Ну. Просто исчез. Нападай. Хорошее место. Открадемся. Повелевай. Погнали. Очистить район. На охоту! Нападай! Сдохни! Объект атакует. Офигительно. Бордок, к взлету готов. Повышение. Призрак готов к бою. Все. Скорпион на дорогу! Развернем наконец-то базу. Сделаем отбросы. Бордок, к взлету готов. Будем бдительны. Сдохни! Сейчас пробил! Скорпион на связи! Недостаточно средств. Так, у меня вроде инженер должен был быть где-то. Мародер. Не том. Ладно, то есть сделаем. Потому что здесь есть комбинат. Неплохо было бы его захватить. К бою готов. Мародер. Строительство завершено. Так, я не понял, где мой третий мародер? Верит мне. Мне же три вроде было. К бою готов. Да. Нас не заметят. Повышение. Да. Останавливаемся, ребята. Ждем здесь. Объект потерян. Бой! Объект атакует. Зачистим все. Я слушаю. Вот инженера тоже пошлем. Вам лучше знать. Уже на захват.
Данные обновлены. Сканеры. Обнаружен тебе. Что там в разведданных? Боевой комбайн. Угу. Понятно? Нас не заметят. Залежи Тиберия выработаны. Вот и обнаружена всё. База противника. Прячемся. Отлично. Я езжу тихо. Борт к взлету готов. Поставим обелиск сюда, куда-то. Это так. Давайте сделаем энергостанцию. Казарму. Поставлю сюда казарму. Не дремать. Строительство положим завершено. Поиска. Строительство куда завершено. Призрак готов. По периметру всей базы. Мародер. Обнаружен тебе. К бою готов. Здесь еще есть войска. Нас не заметят. Их тоже послаем. Ждем здесь. Целый инженера. Подготовка. Призрак готов. Строительство. Недостаточно средств. Развертывание невозможно. Как-то вот так. Супер. Маскировка включена. Хорошее место. Классно. Все, сейчас осталось нам мне. Строительство. Закрепить здесь чуть оборону, а потом уже захватить. Работа есть работа. Я жду. Танковый завод. С ресурсами печалька. Смогу. Надо это поправить как-то. Постройка захвачена. Отлично. Так, комбайн. Где же мои комбайны, а? Свет его прекрасен. Так, ребята, добывайте вот здесь. Хороший урожай. По всей строительство карте завершено. Из Сибири. Соберем все, что сможем. Призрак готов к бою. Ты тоже здесь собирай. Больше, еще больше. Строительство. Еще обогатитель поставить сюда. Недостаточно средств. Здесь тоже из Сибири. Строительство завершено. Так, сделаем строительство. Мясорубку. Военный завод тоже готов. Поставим как-то так его. Так, где мои поврежденные войска? Сканеры. Пошлем их к военному заводу на ремонт. И как-то так. Ждем, пока достроится обогатитель. В принципе, один даже мне не нужен. Давайте продадим объект его. Продан. И здесь мне один не нужен. Объект продан. Как-то так. Я жду. Пошел тебя тоже здесь сюда. Строительство завершено. Призрак готов к бою. Такс. Строительство завершено. Давайте захватим уже. Ваше распоряжение. Постройка захвачена. Отлично. Задание выполнено. Приказ захватить и удерживать. Идет загрузка данных на центральный сервер братства. Обеспечьте оборону завода любой ценой. Призрак готов к бою. Так и знал. Делаем ЗРК. Улучшаем здесь военный завод. Объект атакует. То есть энергостанцию, да? Объект потерян. Строительство завершено. Ну, надежная оборона. Маскировка включена. Танки — это сила. Призрак готов к бою. Нас не заметят. Делаем ракетчиков. Подготовка. Ракетчики здесь необходимы. Недостаточно средств. Ставим за РК. Строительство. Это вот так, короче. Сидим в обороне где-то 5 минут. Строительство завершено. Ставим именно на эту сторону. Ракеты, что надо. Давайте еще один сделаем. На всякий пожарный. Строительство. Еще одна энергостанция. Призрак готов к бою. Строительство завершено. Ракеты, что надо. Обнаружен противник. Строительство так завершено. Здесь энергостанции много, что так надо, что базу поставлю напали сюда. Комбайн атакуют. Не понял. Ракеты, что надо. Угу. Ракеты, что надо. Окей. У нас есть дополнительные задания. Кстати, странно, без дополнительных заданий у нас. Это пока что скорее, да? Ракеты, что надо. Ракеты, что надо. Давайте строительство отсюда поставим. Еще один ЗРК. Мы избранные.
Строительство ракета, завершено. Что надо? Развертывание невозможно. Ракета, что надо? Сделаем один обелиск. Еще одну дистанцию. Короче, просто ждем, ракета, ребята. Что надо? Строительство завершено. Подготовка. Ракета, что мало. Надо? Очень мало ресурсов. Я все эти захватил, походу. Добывающие комбинаты. Давайте пошли. Строительство завершено. Призрака и... Маскировка включена. Ракета, что надо? Одних черных братьев. Под землей. Огонь. Комбинату. Ракета, что надо? Призрак готов к бою. Поставим обелиск кто-то сюда. Обнаружен противник. Ракета, что надо? Отлично. Железобетонная ракета, оборона. На базу напали. Ракета, идет что надо? Не, ребята. Кубаный Кунгур. Призрак, ракета, что надо? Во всех частях самые сильные войска. Ракета, и самая надо? Сильная оборона. Короче, все самое лучшее у братства мод. У ГСБ только... их не штурмовики, джиггернауты, вот это у них сильное, но джиггернауты заменяют черные братья, хотя у них нет опции прыжка. Объект атакуют. А джиггер, то есть штурмовиков заменяют эти черные братья, а джиггернауты заменяют. Ракета, что надо? Эти пушки фантом, то есть танки фантом. Ракета, где они? Что надо? Обнаружен противник. Готов к атаке. Эти парни заменяют. Ракета, что надо? В кого стрелять? Я жду. Огонь, это на базу круто. Куда идти? Комбайн атакует. Ёперный. Объект потерян. Куда они появились? Всех стволов. Будем бдительны. Ну! Огонь, это повышение. Угу. Просто исчез. На нашу базу пошли. На основную. Прикольно. Недостаточно средств. Ждем повелений. Да блин, комбайн. Сила в тебе и... Призрак готов к бою. И зеленым полям. Все. Повелевай. Огонь. Наши уничтожили. И, конечно, не сомневаюсь, у нас... самая здесь хорошая... позиция. Самое главное, ребята, это улучшать пушки и пехоту. Ну, конечно, технику. А это можно сделать с научного центра и экспериментного цеха. На базу напали. Ух ты, мамонт. Собственной персоной. Идет ремонт. Призрак готов к бою. Когда в путь? Есть, справится сейчас. Кстати, мне интересно, что это такое лазерное ограждение. Давайте поставим. Объект атакуют. Объект потерян. Сейчас поставим. Бабок не отрубим. Призрак готов к бою. Ну, пока что бабок не хватает, так что... не будем это делать. Недостаточно. Еще один мамонт. Жду приказа. Строим. Атакуют. Данные обновлены. Чё там? Элитные штурмовики. Ага, а это еще что такое? Более подвижные и тяжеловооруженные, чем их неуклюжие предшественники. Элитные штурмовики должны были стать основной пехотой боевой единицы по ВГСБ. Ага. То есть они по воздуху стреляют еще. К бою готов! Не помешало бы нам. Призрак готов к бою. Строительство. Сделать обелиск. А вот здесь у нас нехилая ударная группа. Комбайн потерян. Подготовка. Москита, блин, как это комбайн потерян? Какой, каким макаром? Ага, вот и они. Ждем повеления. Давайте посмотрим, кто сильнее, черные братья или они. Объект атакуют. Но они намного сильнее. Смерть врагам Кейна. Повышение. Но задание в атаку. Черные братья их хорошо. Это строительство завершено. Гасит, да? Обнаружен противник. Могут и гасить. Устанавливаю видеосвязь. Ученые НОД провели исследование обломков танка СТТМ и нашли ему достойный ответ. Мститель.
Чертежи уже загружены в твою базу данных. Нужно провести полевые испытания немедленно. Кейн видит. Не подведи. Атакуют. Строительство завершено. Поступило сообщение. Мы готовы нанести ответный удар. Вам приказано построить завод робототехники. Ага. А вот и новые нам области доступны. Ёперный бабай. Идет ремонт. К бою готов. Уничтожим джаггернаутов. Так, значит, вот, здесь Синяя Сибирь есть. Кстати, а это что такое, база, что ли? Ихняя. Они с этих мест, значит, могут нападать на нас. Сделаем, давайте, заставу. Подготовка. Отправим посланника. Нам нужны очень и очень сейчас ресурсы. Новое задание. Так. Что-то я туплю. Что у нас там в дополнительных заданиях? Это надо уничтожить танк СТТМ. Кто-то готов. Окей, ребята. Оружие на базу напали. Объект потерян. Уничтожим его. Пришел. Не дремать. Не пустим его сейчас. Нам нужны новые земли. И здесь есть. Призрак. Обнаружена база противника. Лёперный насос. У них есть сканеры. Открытёмся. Что же мы? Так, сейчас мы должны построить завод робототехники. Строительство. Построим. Недостаточно средств. Строительство. Производство армии надо остановить. Мы возьмем, что хотим. Посланник, давайте отправим объект его. Объект атакуют. Сюда. Это земля братства. Кстати, у нас что, комбаймов нет, что ли? Готов. Остановим производство москитов. Сейчас пробил. Давайте, ребят, уничтожайте. Легко. Я на вас верю. Ну! Здесь уже уничтожили. Дальше идет их база, походу. Бою готов. Объект потерян. Объект атакован. Задание выполнено. Отлично. У них есть сканеры. Они поцарапали, блин, добывающий комбинат, но ничего. Ничего. Поставим сюда это. У братства большие планы. Развернем посланника. И сделаем обогатитель. Строительство. Нам сейчас очень-очень нужны ресурсы. Как раз здесь под рукой Синей Тиберии. И очень дофига Синего Тиберия. Это, конечно же, меня радует. Тут еще интересные места есть здесь. Вот это, вот это. Здесь тоже. Надо было бы поразведывать, да, не помешало бы. Давайте пошлем москита сюда. Ого. Я не сплю. А этого пошлем сюда. Глянем. Посмотрим, что здесь есть. А здесь ничего просто нету. Москит на связи. Здесь какой-то комплекс. Обнаружена база противника. А, смотрите, смотрите. Обнаружен это противник. Это обломки космической станции Филадельфия. Строительство завершено. Вот это, блин. На базу напали. Прикольно. Что там? Все понял. С мамонтом пошли. Объект потерян. Ракета готова! Стреляй! Ихняя база. Все. То есть я подумал... А, не, все. Ставим сейчас... Повышение. Что там? Завод робототехники. Доступны новые постройки. Так, обогатитель тоже сейчас поставим. Поступило сообщение. Приступайте к созданию Мстителя. Скоро чистильщики узнают, что такое гнев пророка. Ух ты! Так четко сказал. Строительство. Сейчас жду не дождусь. Приостановлено. Отмена. Строительство. Залежи Тиберия выработаны. Еще энергостанция. Строительство завершено. Строительство. Строительство. Нам, кстати, еще храм нот доступен. Прикольно. Ладно, давайте сделаем мстителя. Ух ты. Он на паука, кстати, похож. Подготовка. Сейчас сделаем его. У нас нормальная ударная группа. Строительство завершено.
Поставим здесь кое-какую оборону, чтобы было. Строительство. Строительство завершено. Отлично. Обнаружен противник. Строительство завершено. Очень даже отлично. Объект атакуют. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ой, ёперный бабай, они пошли на нас оттуда. На базу напали. Объект потерян. Ребята, быстрее, идите. Помогите. Идет ремонт. Да, я готов. Маскировка включена. Объект атакует. Все, отбили. И ресурсов пошло дофига у нас. Строительство. Как я ждал. Обнаружен противник. А вот и Мститель. Я живой. Ох ты, как Франкенштейн. А вот теперь мы поиграем. Да? Данные обновлены. Давайте посмотрим. Мститель. Подборная справка по боевому роботу Мститель. КД командование ГСБ перебросила в красную зону Центральной Африки пехотный дивизий частичиков под прикрытием новых сверхмощных танков СТМ. Солдатам НОД пришлось сдать свои позиции. Такая сила оказалась им не по зубам. Через некоторое время ценой огромных потерь братству удалось заполучить один экземпляр этого уникального произведения военной мысли. На его основе ученые братства разработали альтернативное супероружие, способное дать отпор так называемому большому мамонту. А это, как мы знаем, Мститель. Окей. Поступим сообщение. Теперь, когда у нас есть Мститель, пришла пора очистить эту землю от присутствия чистильщиков. Сравняйте их базу с землей. Угу. Давайте возьмем ракетчиков. Мстителя. Объект атакует. А что это такое? Я тебе помогу. Я езжу тихо. Васька поставит, да, у него? Грядет искупление. Ага. Отлично. У нас очень много денег. Подготовка. Сделаем мародеров здесь. Много-много мародеров. Объект потерян. Здесь сделаем танков-призрак. Обнаружен противник. Подготовка. Огнеметных танков. Танков-скорпионов. Сделаем даже... Объект атакуют. Что там у нас есть? Воензавод. Строительство. Призрак готов к бою. Делаем ракетчиков. Ракеты, что надо? Сделаем москитов. Продолжим производство москитов. Ракеты, что надо? Сделаем храм мод. Строительство завершено. Ракеты, что надо? Ресурсы у нас нормальные, так что... Развертывание невозможно. Ракета, что надо? Это отлично. Мародер на связи. А вот здесь сделаем легкую технику. Ракета, это типа рейдеров, мотоциклов. Ракета, что надо? Когда в путь? Объект. Ракета, что надо? Открываемся все вместе. Когда в путь? Ракета, что надо? Легко! Ракета, что надо? Сам баймом сломаем. Когда в путь? Сдохни! Повышение. Супер. Прячемся. Обнаружен противник. Очень хорошо. Окей, ребята, окей. Возьмем нас не заметили. Наших этих ребят. И пошли на их базу, да? Обнаружена база противника. Уничтожим их первую базу. Убивать. Нападаем. Нападаем. Строительство завершено. Ракета, парни, надо быстрее убить. Вперед, все. Ракета, что надо? Когда? Ракета, что надо? Борт, к взлету готов. Сопротивление. Ракета, что надо? Когда? Готов к бою. Здесь у нас повышение. Большая ударная ракета, группа. Маскировка включена. Накопилась тоже. Когда в путь? Ракета, что надо? Этих ребят тоже возьмем. Пойдем. Ракета, что надо? Да. Когда в путь? Обнаружен противник. Ракета, обнаружена база противника. Не стоим, ребята, не стоим. Объект атакует. Добиваем все. Когда в путь? Все понял. Осторожно! Мародер на связи. Когда в путь? Готов в бой. Порт.
решение. Сопротивление бесполезно. Когда будет? Так, нападайтесь. Объект потерян. Объект засада. Здесь тоже уничтожаем. И вторую базу. Когда путь? Обнаружил противника. Супер. Задание выполнено. Очень даже супер. Когда в путь? Мародер на связи. Объект атакует. Назвать на два фронта. Задание выполнено. Победа. Необычный уровень. Честно, необычный уровень. 31 минут, 23 секунды. Перехваченное сообщение нот. Генерал Катр сказала, что вы не знакомы. Но, полагаю, ты о ней уже слышал. Мы уповаем на нее не меньше, чем на тебя самого. Удар по Филадельфии — ее идея. Да, но без тебя, Пророк, наши таланты мало стоят. Нужно было действовать иначе. Но кто посмеет противоречить Кейну, не страшась кары? Пойдите вон. Вон! Да как она смеет? На словах она верна братству, но ты это видел? Она смотрела на Кейна как на равного. С радостью пустила бы ей пулю в лоб. Но Кейн нашел лучшее решение. И нам на руку, и ее народ не взбунтуется. Мне нужна твоя помощь, Легион. Проникни в главный храм под видом Киллиан. Убей наших братьев. Пусть все узнают, что Киллиан — предательница. Вау.